Здравствуйте, в эфире новости «Смоленская АЭС», в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Можно отметить хорошую работу подразделений, хорошую динамику в устранении замечаний. День охраны труда на предприятии. Да здравствует Его Величество Спорт. Да здравствует Смоленская АЭС и персонал Смоленской атомной станции. Торжественное открытие 28-й спартакиады работников Смоленской АЭС. Поразило все. От цехов, от чистоты, от внимания к нам. Студенты и преподаватели смоленских вузов на станции. С первого дня каникул наш стадион не будет пустовать. Вы будете здесь играть любимую игру, физически развиваться. Атомщики открыли летний сезон баскетбола. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня 22 062 мегаватта. Это 103,3% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока. Суммарная нагрузка 3100 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. С 25 марта по 2 апреля в городе Екатеринбург проводился первый дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «ReaSkills-2017». От Смоленской АЭС в нем приняли участие 10 работников УТП, ОРБ, цеха ТАЭ и электроцеха, которые за активное участие в чемпионате были награждены благодарственным письмом директора станции. Они молодцы. То есть они поехали не просто вот как это участие, да, а боролись там. И двое из коллег, два наших специалиста, они заняли призовые места и едут на очередной тур соревнований. Поэтому им большое спасибо. Смоленская станция, они поддержали, лицо ее показали. Выработка электроэнергии за 22 дня мая составила 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 9 миллиардов киловатт-часов, что превышает план на 177 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленской АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Безопасная организация работ в электроустановках». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Были выполнены обходы центральными комиссиями под председательством директора станции, обход подразделения ОМП ГУЧС, главным инженером обход ОДМТК и первым заместителем главного инженера обход подразделения отдела технологического управления. Все замечания, выявленные в процессе обхода, зафиксированы, выданы в работу для устранения. В общем-то, можно отметить хорошую работу подразделений, хорошую динамику в устранении замечаний, в налаживании работы, состояния безопасности. Двадцатого мая состоялось торжественное открытие 28-й спартакиады работников Смоленской АЭС. Это главное спортивное мероприятие атомщиков. В 2016 году в спартакиаде приняло участие более 1500 человек. В этом году она обещает быть не менее массовой и зрелищной. Для участия заявились уже 28 цехов и подразделений станции, команда ветеранов-атомщиков и САЭС-сервис. 28-я Олимпиада. Скоро юбилей. Это же здорово. Победить сильнейший. Победит дружба, никакой вражды, коллективизм. Как здорово, когда вместе с родителями приходят. Это значит, есть будущее и у нас, и у наших детей. С
Сразу после торжественного открытия спартакиады прошли соревнования «Веселые старты», в которых приняло участие 7 команд. Итогом зрелищных и веселых эстафет стала победа сборной команды «Энергия». Второе место у спортсменов реакторного цеха. Третье место у команды «Безопасность». Азартная борьба развернулась среди силачей-атомщиков в состязаниях по перетягиванию каната. В результате серьезного противостояния 8 команд победа досталась команде реакторного цеха. На втором месте – турбинный цех. На третьем – команда «Энергия». Впереди у спортсменов-атомщиков еще много интересных и увлекательных состязаний. Шестнадцатого и 18 мая Смоленскую АЭС посетили студенты и преподаватели Смоленского государственного университета и Смоленского базового медицинского колледжа. Они побывали в центральном и машинном залах первого энергоблока, увидели главные циркуляционные насосы, посетили полномасштабный тренажер блочного щита управления в учебно-тренировочном центре. Поразило все. От цехов, от чистоты, от внимания к нам, от столовой вашей, как вкусно нас кормили и готовят очень вкусно. В общем, нам очень все понравилось. Я считаю, что это из важнейших отраслей в наше время, которые в дальнейшем нужно развивать и, конечно, бережно относиться. Мы будущие учителя, и то есть нам посмотреть на это все вживую, увидеть, как это все происходит, получить такой опыт – это большой плюс для нас, потому что если мы пойдем работать в школу, одно дело рассказывать ученикам что-то с книги, то есть когда ты просто прочитал, увидел картинки, посмотрел в интернете, а когда ты посмотрел вживую, ты представляешь масштабы. То есть вот здесь мы можем увидеть пульт управления, какой он большой. Мы посмотрели реактор, какие-то размеры, мы посмотрели стержни, которые загружаются. То есть когда ты все это видишь визуально, тебе проще будет передать ученикам и как-то чуть-чуть погрузить их вот в эту атмосферу. Центр спортивной подготовки «Динамо» «Росатом» при поддержке Смоленской АЭС открыл летний сезон баскетбола в Десногорске. 20 мая на баскетбольной площадке РОО ИДЦ «Смоленская АЭС» прошло торжественное открытие летнего баскетбольного сезона. Движение «КСБаскет» ширится в Десногорске. В настоящее время в каждой школе существует баскетбольная команда. Приветствовал спортсменов глава города Андрей Шубин. Сегодня мы с вами открываем летний сезон баскетбола. Я желаю вам удачи в этих соревнованиях. От коллектива «Смоленская АЭС» баскетболистов поздравил с праздником заместитель директора Анатолий Терлецкий. Я уверен, что уже начиная с 1 июня, с первого летнего дня, с первого дня каникул, наш стадион не будет пустовать. Вы будете здесь играть любимую игру, физически развиваться. Во всех школах города во время учебного года прошла первая спартакиада «Планета баскетбола. Оранжевый атом». По результатам соревнований победителям вручили награды. Первыми получили грамоты и призы лучшие игроки школ с 6 по 9 классы. В командных соревнованиях в разных возрастных категориях кубки получили капитаны школьных баскетболистов. Продолжился спортивный праздник играми команд 3-3. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.